Ханты-Мансийске состоялась съемка реалити-шоу «Сила Югры». Организаторам показалось очень логичным в качестве ведущего пригласить одного из самых сильных людей начала 2000-х – Михаила Кокляева. Спортсмен не только блестяще выступал на помостах тяжелой атлетики, но и покорял сердца болельщиков в профессиональной лиге силового экстрима. В Югре Михаил далеко не первый раз. В Мегионе у силача подрастает крестница, а в Нижневартовск Михаил заезжает к друзьям из северного десанта. Большое интервью с одним из самых сильных людей страны смотрите завтра в программе «Больше, чем новости». Я был в Сургуте, я был в Нижневартовске, я был в Урае, я был в Мегионе. В Мегионе у меня крестница моя, поэтому меня с этим регионом, с ХМАО связывают очень деловые и семейные отношения, плюс команда «Северный десант» Александр Анатольевич Питерман, который является сегодня одним из главных двигателей спорта в регионе, потому что мы с 2017 года проводим силовой экстрим в Нижневартовске. Вот это для меня очень важно.